Всем доброе утро. Телек тут смотрим. В общем, я уже почти, не почти, а оделась, как сегодня старый Новый год. Естественно, свой новогодний свитерок. Вот этот подарили мне, кстати, очень мягенький. Как шарфик, не знаю, хомут. Он с той стороны вот такой квадратненький. А с этой, я думаю, что с этой стороны вот так лучше подходит. И шейка моя закрыта. Я очень люблю, когда шея закрыта, а не открыта, чтобы ничего не дуло. И мне кажется, он к этому образу так идет. В общем, так как мы едем... Все понятно. Не найдет штаны. Пойду искать. Это же бермудский треугольник в шкафу-то. Решили проблему. Открываю шкаф и не вижу ничего. Представляете? В общем, продолжаем. Джинсы, чтобы было удобно и чтобы было место для живота. Жрать придется много. Шутка. Еще одену кроссовки свои любимые, наверное, красные меховые, которые купила в Китае, но они такие удобные. Ой, вот эти. Нет, но я сейчас пока Чарли пойду гулять, километры наяривать и одену кроссовки спортивные. Потому что эти, они тоже удобные. Но зачем я буду их портить, когда есть спортивные? Да, моя рыба, мы пойдем сейчас гулять с тобой, да? Да, пойдем сейчас гулять с тобой. Не знаю, свитер, наверное, ему не буду одевать, так как он будет бегать. Я, конечно, тепло. У меня, смотрите, джинсовка на меху. Ну, вы, конечно, не видите. Вот. Что-то я мерзну, не пойму, что это. Там на улице солнышко, в общем, все увидим. В общем, идем. На пляже, с одной стороны, стой, солнце греет, такое жаркое-жаркое прям. Я такая вышла из машины, быстрее расстегиваться. Тепло, думаю, класс. А с той стороны, с гор дует ледяной ветер. И я такая раз так быстренько застегиваться, думаю, ну его нафиг. Ветер обдувает во все стороны, у меня только мое ухо греет. Кстати, у меня ухо уже намного лучше. Этой ночью спала как ангел. И знаете, ну я всегда сплю чутко очень. И поэтому ночью замечала, что, ну так переворачивалась, что ухо не болит, уже можно на нем спать спокойно. Так, Чарли, по-моему, дела сел делать. Берем пакетик и убираем все безобразие. Так что ни капельки не жалею, что одела джинсовку свою теплую. И, естественно, шарфик. Он такой мягкий, классный. И будем гулять. Пока километры наяривать, чтобы потом покушать. Вкусненько. Такие вот у нас пироги. Вообще, прям посмотришь на море, думаешь, ой, какая теплая, можно загорать. Ага. Если бы не ветер ледяной, он прям ледяной, то можно было бы и загорать. А вообще, если бы не ветер ледяной, было бы лето. Потому что солнце греет, жарко. Да, Чарли? Я ему даже ничего не прицепила сегодня. Из дома до машины. Я имею в виду не поводок, ничего. Из дома на машине, с машины на пляж. Там нас муж ждет в конце. Вот. И я побежала. Не побежала, сейчас пешком хожу быстро. Что-то бегать. Но дело в том, что я же после поедем на шашлык-машик. Гули, домой мы поедем. И если я буду бегать, то я вспотею. Мне нужно будет в душ. Как-то не очень хочется. Да и времени нету, чтобы пройти, побежать, а потом еще в душ принять. Хотя, несмотря на то, что я не накрашена. Смотрите, как кто-то для собак поставил контейнер с водой. Вумно как. Хотя мой Чарли ни за что не будет пить из этого контейнера. Он у меня вообще какой-то чистюля. Если у него какая-то соринка попала в воду, его, он начинает ее вот так лапой швырять, пока не разольет, чтобы ему новую налили. Представляете? И есть тоже не будет из чужих рук ни за что на свете. Непонятно, что он у меня не ест. Поэтому я спокойна, что он на улице ничего не возьмет. Прибередливый в еде у меня. Не в меня пошел. Я жру все подряд. Ой.
И вообще он спортсмен. И говорят, собаки похожи на хозяев. Ну, чем-то он меня характером, да, он похож на меня. Все даже клиентки говорят, ну вылитая хозяйка. Вот, я, знаете, такая правдолюбивка. Всегда такая, такая всегда доказываю правоту. Когда я права, когда не права, то я не... ну, смысл, да, если я не права, зачем мне, как говорится, попу рвать и доказывать, чтобы людей смешить. Я очень не люблю, когда надо мной, если кто-то будет смеяться, особенно доказывать, что небо зеленое, когда оно голубое, скажем так. Вот, но уж если я права, то все, держитесь. Ладно, хватит болтать. Вот оно какое. Лето. Кому уже лето охота? Мне еще не охота, знаете. Мне еще нормально. Блин, я еще на шопинг не съездила, на скидки. На этой неделе прям все, собираюсь. Поеду. Если даже муж не поедет, одна поеду. Ему там все некогда. Ну, а я что ждать? Хочется. Мне и вам видосик снять. А то... конечно, они будут до марта скидки, но, блин, уже там ничего не найдешь и ничего не будет. Хотя, в принципе, мне ничего не надо, но вам показать нужно, что у нас и как. Правильно ведь? Да. Ладно. Сейчас поближе подойдем, морюшко снимем. Такой у нас тут мостик есть. Не понимаю его смысл, вроде как речка, но... а, тут, наверное, труба вот тут проходит. А это сурфинг. Собаку зовет. Но море сегодня спокойное. Смотрите, какое. Шикардос. Море вообще спокойнейшее, покойней. Собачку ищет. Классно? Здорово. Мы угули дома, стол накрываем. Таня, кто по ней соскучился? Hello. Что, она у нас сегодня какая-то скромная, но красивая. Я красивая зато. Даже на каблуках. Обратите внимание. Я красоту. Сколько сантиметров? Не знаю, 9, наверное. Пипец, он теперь даже с меня рос. Да, представляете? Кажется, страдать по-своему. Веселые девчонки, Елизавета. Еще не выпила, уже поедет. Кстати, давай выпьем. У нас там вкусное вино такое, газировочка. Как будто они никогда в жизни не видели. Гварда. Так, что постели, у нас тут есть? Вам, какие-то вот такие, вот такие, вот такие. Там у нас... а, пойдемте шашлык. Где у нас шашлык готовится? Надо заснять. Папа Гулин. Все там мясо нормально. Папа Гулин. Ой, вот так у нее, смотрите, как здорово. Вид, у нее с одной стороны вид на горы, а с другой стороны на море. А вот тут он шашлычок делаем. Вот так у нас сколько мяса. Разного. Ой, нарезал даже мои кости. Ну, вернее, свиные, поросячьи. Смотрите, как здорово. Ой, так хорошо у этого. Прям холодно на улице-то. Эти мясо, цветочки. Гуля мне вот такие цветочки давали. Они мне прижались, а я ей вот такие давала. Тоже вроде ничего, растут. Черемое, оливки. Классно вообще. Такой кактус, гляньте, какой симпатичный. Как тусяра. Да, я уже все. Сняли там, все нормально? Все так красиво, но холодно. Да, сегодня прям ладно, холодно. Ой, у меня тут, смотрите, сколько всего. В общем, вот так, будем сейчас отдохнуть. Ай, давайте. Не, я буду вино свое принесла. А, ну, вы отнесли. Пиво будет. А я вот такое, я хочу попробовать. Оно такое же по вкусу, как это? Не знаю, мне расхвалили мамашки с нашего да? Места. И вроде мясо. Надо попробовать. А, так у нас тут не только мясо. Ну ладно. Мы вот, мужики наши ушли куда-то, а мы будем жрать. У нас тут мясо папа уже на это нажарил. Каролин, ты что у тебя есть? А мне прям вино в голову. Бум. Каролинку не такой едок. Да? Каролин у меня кашель такой у нее эти дни. Я опять заболела? Не заболела, вот именно кашель. Вот этот. Старым Новым годом. Как он? Мы песню поем. Смотрите, какую мы. Правда, ни у кого дня рождения нету. 500 эскимо.
А я играю на гармошке у прохода. А где ну ты взяла, где? Они привозят с России. К сожалению, день рождения только раз в году. Прикольный. Чебурашка, дружок. А видишь, ты узнала? Нет. Тарелку не узнала, что ли? Узнала. Ну а что ты догадалась? Узнали турнир. Так. Название турнира. Возьми вот это. Да, подносик красивый. Я тоже. Оксана, название туртика. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и мы сожрали. Это Vamos a ver, esto es para ti y para mí. No, esto no es nada para Juan. No, es para mí. Porque me lo como esto, esto para los dos. Y de ti se ocupa tu mujer. Vamos a ver. Que no me voy a ocupar yo de ti. Света, no te ocupas de tu marido. Claro. Света, где твой муж? No pasa nada, Juan. Да. Qué buena, qué buena. Не, мы просто в одну тарелку, я навалила в одну тарелку на двоих. Поэтому я себя не обделил. Все, развелись, развелись. Короче, мы пьем чай. У нас тут всякий чай есть. Света, давай, чуть-чуть. Чай. Но я всегда сольтеру. Все, разборки у всех начались. Ой, блин, это заварка или что? А то что-то я, наверное, много набавила. Я так объелась, что поехал в старую квартиру. Там что-то ему дела какие-то надо доделать. А я говорю, не вези меня домой, я пешкарусом дойду. Хоть раз это растрястись немножко, знаете. Все-таки пьянки, гулянки, все это хорошо, но когда обжираловка такая, это вообще пипец. Ой, так что я иду быстрым шагом, на улице холодно. Прям, знаете, днем так хорошо было, сейчас прям прохладненько. На улице вот тут никого. Я тут иду закоулками и закоулками. Путь себе скрещай. Тут вот центр, он там начинается. Вот такие вот дела. Мой Чарли там меня теперь дома ждет. А вот тут вот в центре уже тусня вся начинается. Там он все кофе пьет. Уже попили кафешки всякие. В общем, а я бегом-бегом до дома, до хаты, отдыхать. Ой, объелись, попились, поболтали. Телек даже посмотрели, русский концерт. Так интересно. Вот тортики всякие, пироженки, все. Никаких тортиков теперь, ни пироженок. Хорошо, что у меня дома ничего нету, кроме йогуртов полезных. Я специально, наверное, купила себе. Все, ладно. Побежали, побежали. Маму Чарли. Что-то стало холодать. Не пора ли нам поддать чайку горячего? Вы знаете, я так сегодня песни кричала, громко разговаривала, что даже горло немножко садится. Ой, странно как-то, да? У меня обычно горло не это. Не садится. А сейчас лежу. Ну ничего, сейчас чайку попью горяченького. Вкусненького, не знаю какого. Какого же чайку мне попить? Так, посуду завтра буду мыть. Никуда она не убежит, правильно, с раковины? Пускай лежит, черт, хлеба не просит. Вот, жрать уже сегодня ничего не буду. Это пипец какой-то, блин. Вздутие опухоли живота. Нельзя такие вещи говорить, но все-таки так, чтобы выпить. Бабахнулся. Чаек один бабахнулся. Ого, я выпью с имбирем чай. Имбирь и апельсин вот такой. В Лидле брала. Вкусно. Имбирь же, он это природный антибиотик. Может быть, горлышко мое не сядет. Вот песня, каска. И залезла в голову. И хожу, напеваю, блин. Никуда от нее не даже, вот знаете, не замечаю, а пою уже. Даже не пою, а вот сейчас слова не могу вспомнить. А вот так. На-н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 а-
Припев отлично знала, а сейчас не могу вспомнить. Когда воды рядом. Ой, как болит. И сонно. Не помню. Не помню, не помню. Ладно, будем пить чай. Я там сериальчик включила, как всегда, свой. Боже, когда же он закончится? Это какой-то пипец. У меня клиентка, которая подсадила на меня турецкий сериал, смотрю. «Бесконечная любовь». Она уже его посмотрела. Я говорю, ты когда его успела посмотреть? Он же 2 часа длится, одна серия. Я говорю, ты что, вообще прям 24 часа в сутки его смотрела? Она говорит, да, как наркотик, представляешь? То, если честно, не представляю, как можно сидеть и постоянно вот это вот. У меня уже башка квадратная, наверное, потом станет. Ладно, буду чай пить. И уже, наверное, скоро потом ложится. Сегодня большой брат. Тра-та-там, тра-та-та. Вот дырочка. Ну, нравится мне эта передача. Такая безмозглая. Как бы не надо вдумываться. Что тут засеять? Вот этот цветок у меня уже, наверное, что там у него? Нет, нет. Видите, как это? А, хотя есть там корни какие. Надо его помыть и вот эти вот гнилые корни убрать. И пересадить. И будет у меня еще такой один цветочек. Блин, опять улетел. Ну, посмотрите, опять чай улетел с этим. С язычком. Ну, твою дивизию. Я даже не заметила. Где он? Или его, что ли, нету? А, есть. Где-то вон плавает, блин. Зараза. Нахер они их сделали? Все равно они все в кружку падают. Конечно, можно вот так намотать вот сюда, но это опять надо наматывать, вспоминать. А он без намотания, бум, и внутрь. Так вот, будем ее купить. Все, друзья, включила себе под попу горячую вот такую подушку, которая нагревается. Что-то даже сильно включила, надо убавить немного. Я ее в Лидле брала. Очень удобная, кстати, видите, у нее есть пульт. И она выключается каждые полчаса. Ой, через полтора часа. На троечку надо включить. И так греет хорошо прям. Вот, буду с вами прощаться до завтра. У нас завтра у меня кое-какая работа есть на вечер. А днем пойдем с Чарли гулять. Угу. А на вторник я планирую шопинг. Наконец-то жду не дождусь. Так что подписываемся все, друзья, чтобы не потерять мой шопинг. И колокольчик, чтобы приходили оповещания. Планирую, наверное, одна поеду на шопинг, чтобы, знаете, было время. Я люблю на шопинг ездить одна, во-первых, за покупками, чтобы никто, как говорится, не мешал, чтобы у меня было... Ну, муж мне никогда не мешает, он там свои дела делает. Я имею в виду, чтобы вот по магазинам ходить одной. Вот. И смотреть то, что мне нравится, выбирать. В общем, шлендеться люблю одна. И поеду одна. Не, поеду одна, правда, не потому, что там, что люблю одна, а потому, что не с кем. Все там в школе или еще что-то. Вот, ну и потому, что люблю тоже. В общем, вы меня поняли, да, и что-то я туда-сюда. В общем, жду не дождусь. Скидочки. Я бы завтра поехала, но работа наметилась на вечер. Поэтому работа важнее, чем какой-то шопинг. А днем... Ну, с этим малявкой погуляю, естественно, да. В общем, не знаю. Завтра все увидим. Всего вам самого наилучшего. Хорошего вам Нового года. Старый Новый год. Елку надо разбирать. Дед Мороза убирать. Он у меня один висит на всей улице, который за окном висит. В общем, надо уже всю эту красоту убирать. И какие-нибудь цветочки куплю. В общем, будем думать. Всего вам самого наилучшего и всем пока-пока. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds.